Да, мы поддерживаем внесение как раз поправок в Конституцию, которые касаются провозглашения и внесения в Конституцию обязательного положения о том, что государство наше социальное, о закреплении пенсий, о принципе равенства и справедливости, об обязательной индексации пенсий, обязательно про закрепление минимального размера оплаты труда и того положения о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Это очень важная конституционная гарантия, потому что со временем, когда социально-экономические отношения изменяются, нам нужно закрепить именно те гарантии, которые будут человеку помогать создавать те условия, которые будут гарантировать ему достойный уровень жизни.